У меня в кадр попало, как говорится. Да. Из-за света прожекторов. Единичку на спине. Хитрая передача. Его проходит непростую ситуацию. Здесь удар и мяч в воротах. Разбирается с Первушиным. Правда, Федор все равно сохраняет мяч для своей команды. В итоге, вот, собственно, да. С нефтехимиком, но там очень долгая история, связанная с невыплатой, вернее, заработной платы. КамАЗ у нас сейчас был в атаке. Здесь Прудников наседал на защитника. Дальний заброс, цепляются за него футболист Томи, но там иное мнение у Минги. И второй мяч влетает в ворота гостей, 2-1. Радуется Мингиян Бивеев. Снова нет моего любимого партнера по комментированию Петра Коптева, но сейчас атака и можно забивать уже. Юра очень обладает таким стержнем, такой харизмой, что помогает абсолютно и как и пришедшим только что футболистам. Бивеев! Ох, какой удар! Гол! Очень известный... как это правильное слово-то подобрать? Ох, какой Редвулл гол забивает! Игрок Тюмени мог выходить один на один с голкипером. Рисковые ребята эти уральцы. По правому флангу атака Урала. Отличный момент и... Еще подбор за уральцами. И еще вариант для удара. И гол. Вот так. Ultimate Sports. Grow with us.